Саженцы Монарды гибридной махагани, Монарда дидима махагани, сочетают свойства декоративного растения и пряной травы. Листья, цветы и стебли куста обладают приятным лимонно-мятным ароматом. В народе этот куст нередко называют бергамотом, добавляют в чай, компоты, травяные отвары и домашние настойки. Монарда гибридная махагани вырастает до 80 см. Во второй половине лета на стебельках распускаются эффектные цветы винно-красного оттенка. Этот сорт прекрасно подходит для создания миксбордеров или групповых посадок. Оформление бордюров. Цветы используют для составления букетов. Монарда гибридная махагани – это многолетнее растение высотой 45 см. Монарда прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола монарда гибридная махагани можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает монарда гибридная махагани в месяц июль-август. Цветы имеют сильный аромат. Цветок окрашен в пурпурно-розовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Весенняя окраска листочков темно-зеленая. Обратите внимание, что монарда гибридная махагани – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.